Левицкая, солистка Свердловского театра оперы имени Луначарского. Этот груз нужно доставить срочно в Москву, государственная важность. Какого пианино? Четверо детей, да еще срочно. Сейчас вас с этими бумажонками отправлю в НКВД. Мам, Москва уже близко? Близко, скоро будет. Поспи еще, пожалуйста. Они как люди едут, а мы как-нибудь сами собственным вагоном. Сено. А ну прочь, пошли! Скорее, скорее, давай, давай! Двери закройте, чужим никому не открывать. Значит, к мужу едем? Да. Почти год назад уехал по вызову в Москву и пропал. Куда же он делся от такой красавицы? Длинная история. Папе срочно пришлось уехать в Антарктиду. Там недобитые фашисты прячутся в ледяной пещере, и ему надо их отловить. Как тебя зовут? Юм. Необычное имя. Кто тебя так назвал, мама? Вова! Буся! Я тебе что говорил, не вылезать как из вагона! Я же просила, Люся! Так, я сейчас спрыгну. Все, с Богом! Мне помогать не рекомендуется. Будут неприятности. А зачем же мы едем? Куда мы едем? Что с тобой такое? Зачем ты врешь мне и себе? Я верю в то, что с ним все хорошо, и он нас ждет. Сильно. Это только начало.